Волонтерский проект «Юридическая среда» вызвал большой интерес у ямальцев. За все время проекта, а он стартовал в марте нынешнего года, они получили ответы примерно на 600 вопросов. Для удобства жителей округа было решено запустить специальный сайт проекта. Это дополнительная возможность записаться на консультацию и получить правовую помощь. Подробности далее. Не остаться один на один в трудной ситуации, а также повысить свой уровень юридической грамотности в скором времени сможет каждый житель Ямала. В округе продолжают активно работать представители Ассоциации юристов России. До конца мая офисы регионального отделения организации появятся во всех муниципалитетах. Сейчас офисы работают у нас во всех крупных городах: Салехард, Новый Уренгой, Лабытнанги, Ноябрьск. Также до конца мая месяца планируется открыть и в районных центрах, в том числе во всех районных центрах, также местное отделение. Получить правовую помощь можно онлайн. Уже 2 месяца действует волонтерский проект «Юридическая среда». Консультации получили сотни северян. Проект оказался очень востребованным, поэтому инициаторы решили создать отдельный электронный ресурс. За период существования проекта поступило более 600 вопросов ямальцев, на которые они получили ответы. Поэтому было принято решение о запуске сайта проекта «Юридическая среда». Ямальцы смогут задавать свои вопросы, записываться на консультацию и получать юридическую помощь. Технические работы завершены, сайт функционирует на полную мощность. Пока он представляет собой электронную приемную, в планах наполнения ресурса полезными статьями и лайфхаками. Но уже сейчас любой желающий может обратиться за квалифицированной юрпомощью. Интуитивно понятная форма позволит вам быстро и просто оставить свою заявку. Для этого вам просто нужно указать фамилию, номер телефона и адрес электронной почты. Мы обязательно свяжемся с вами, если нам нужно будет уточнить какие-то вопросы, и в максимально короткие сроки направим вам ответ. Получить помощь специалистов можно не только в юридической среде. Проконсультировать по возникшим вопросам может и глава регионального отделения Ассоциации юристов России в своих аккаунтах.